Так я же про другую трассу совсем говорил. Имелось в виду, очевидно, в Монако поворот вокруг Пальмы. Дело не это в этом, же очевидно. А в том, что он, когда повернет, он как лошьё просто застрянет и всем дорогу перекроет. А что вероятнее просто из этих двух событий? То, что я сказал здесь. Не застрянет оно там, ясно? Все продумано. Там как раз никакой горки и нету. Где? В Монако. Есть. Есть. Нет, нету. Но не там. Есть. Нету. Есть. Да есть же. Да, нет. Просто вдумайтесь. В другом месте. Да нету. Нету там. А, извини, есть. Есть. Нет. Есть? Нету. Нет? Нет. 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 Нет, проедет. А есть или нет? Она есть, но проедет. Нету. Но проедет. Я не понимаю. Ты не понимаешь, ни хрена. Она есть. Она есть, но не в этом месте. Есть. Нет. Есть. Нет. Нет. Не в этом. Еще раз говорю. Не в том месте? Да, в том нету. В том нету. А, нет. А в другом есть. Нету? Нету. В этом месте? Да. Есть? Есть. В каком месте? В другом. В этом? Нету? Нету. Вот видите, тут рожи. Так там, и не видно ничего. Пиздец, вот прикинь, твою память как инженера там так увековечат или какого-то. Ну, я бы если не инженера, братан. Ну, больные люди, там, неважно кто. Это и не больные, а кто, и скажи, здоровые. Работники, сотрудники? Это люди больные раком. Это люди больные. СПИДом. Лейкемией, СПИДом. Ты сказал больные. Они больные раком, лейкемией, СПИДом. Больные. Они СПИДом и раком, и лейкемией больные. И одновременно больные. Всеми этими болезнями лейкемии, они больные. Лейкемией больные, лейкемией, они больные раком, этим, и СПИДом, лейкемией. Каждый из этих болезней. Так что ты имеешь в виду? Они больны лейкемией, они больны этим раком. Скажи мне, что, думаешь, что это за лица? Откуда я знаю? Ну, ты сказал, вряд ли они больные. Я говорю, это больные какие-то. Говоришь, ну, больные. Сороковые, понимаешь? Я думаю, что действительно видно. Ну, короче, это пипец. Представляешь, что его видно? Видно, знаешь, и херово это выглядит. Никак это не выглядит, потому что знаешь, это на удалении не видно никак. Я согласен был как. Видно, раком, лейкемии, больные. Чтобы на болиде, чтобы на болиде футбола в 2012-м разместили мой ебальник на весь болид. Тебе только этого хочется. Да, мне хочется славы. Я понял. А тебе не хочется, да? Угу. Ну, прославьте его, а то он сидит такой, блядь. Мне мама все время, когда мне год исполняется какой-то, она мне звонит в 0000 и говорит, ну что, такой-то леточка, суффикс там, 27-леточка. Она постоянно подчёркивает. Она знает, когда ты родился? Она в курсе, да. А зачем она тебе звонит тогда на полночь? Она рожала. Ну, поздравить. Может, я рожала позже, очевидно. Просто у нее нет привычки звонить именно в то время, в которое она меня рожала. Странно. Знаешь, почему? Возможно, она предпочитает не вспоминать это, потому что роды не самое простое мероприятие для женщин. Ладно. Ты роди хоть одного ребенка, ёпта. Я рожу. Да, родишь. Что же за ребенок? Ты, может, ты думаешь, это невероятно? Знаешь, как про я тебе расскажу историю. Знаешь, про твоего ребенка как будут говорить? Как про моего ребенка будут не так, говорить? Не так, твой ребенок будет говорить, когда меня рожали... Все дрожали, блядь, вот так. Потому... Смешно, да. Конечно, говорят, так именно ребенок говорит про себя, когда его рожали, так дрожали, да. Угу. Когда он вырастет, учитывая, что ты будешь его отцом. То есть ему должно еще вырасти для этого, чтобы что? Он должен вырасти для того, чтобы это говорить, да? Мы продолжаем, друзья. Продолжаем. Михаил Закиров сейчас максимально категоричен, не понимаю, какого хера вообще, но переживем это все.